Отмечу, что очередные парламентские выборы прошли в конкурентной открытой борьбе. Претендентов на депутатский мандат было даже больше, чем прошлую кампанию. Я хочу поблагодарить еще раз всех членов участковых избирательных комиссий. Это более 60 тысяч человек, белорусов с активной гражданской позицией, которые бескорыстно, честно выполнили свою работу под пристальным вниманием многочисленных международных наблюдателей. Их было рекордное число. Мы не отказали никому, приняли всех желающих. Сделанный белорусами выбор в очередной раз показал стабильность нашего общества, его приверженность традиционным ценностям и стремление к мирному созиданию. Новоизбранных парламентариев поздравляю с успешной сдачей наверняка одного из самых ответственных экзаменов в их жизни. Как я уже сказал, среди вас много опытных управленцев и тех, кто знает жизнь и производство изнутри. Это работники агропромышленного комплекса и промышленности, талантливые преподаватели, врачи, юристы, судьи, силовики, яркие представители творческой интеллигенции, средств массовой информации и нашей замечательной молодежи. Поощряя стремление молодых граждан участвовать в политической жизни страны, мы сегодня укрепляем будущее нашего суверенного государства. Среди новоизбранных парламентариев сегодня особенно заметно женское присутствие. Это неудивительно. Женщины у нас активные, а главное, самые ответственные. Они готовы заниматься политикой, несмотря на груз повседневных забот о доме, о семье, детях, их здоровье, образовании и воспитании. Соответственно, они ближе всех к пониманию самых актуальных социальных вопросов, с которыми предстоит работать в ближайшее время. В целом, в избранном парламенте представлены и отражены интересы всех слоев населения. Убежден, это позволит успешно решать все поставленные перед вами задачи и оправдает ожидания наших избирателей.